чуть больше месяца назад я узнала то, что у меня есть проблемы со здоровьем. Что случилось с Марьяной Ро? Трансформация Кирилла Серёшина продолжается, но что-то пошло не так. Все самое интересное ты увидишь в этом видео. Но перед тем, как мы начнем, рекомендую вам канал о бизнесе. Руслан – предприниматель, который живет в Китае и путешествует по Азии. Вы найдете обзоры товаров, трендов, а также видеоблоги. Блогер делится полезной информацией о своей жизни и бизнесе. Сейчас на канале проходит конкурс с 5 призами для подписчиков. Телефон, фитнес-браслет, умный чайник, бесконтактный градусник и селфи-палка. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на его канал и участвуйте в конкурсе. Всем привет! Вы на канале YouTube Тренды. Как ты мог заметить, роликов давно не было. Решил поработать над наполнением видео. Например, теперь на экране я могу вот так эффектно показывать ваши комментарии. Хотя, какие комментарии? Ты сейчас на собачек смотришь. В общем, не стесняйся делиться эмоциями. Ну а мы переходим к главной теме видео. Кирилл Терешин, который прославился тем, что вколол синтол в бицепсы, продолжает свою трансформацию. Недавно он снова появился в шоу «Прямой эфир». Похоже, Андрей Малахов, потеряв права на Шурыгину, нашел себе новую золотую жилу, точнее синтоловую. Да, я тоже уже думал, что синтоловый качок остался в прошлом, и это мем 2017 года. Но история продолжается. Ну прям тебя не узнать по сравнению с твоим прошлым появлением здесь у нас на программе. По рекомендациям врачей, Кирилл все же перестал колоть синтол в руки базуки. Теперь он пользуется услугами косметологов и хирургов. Терешин уже давно изменил цвет волос, сбрил брови и использует косметику. Также он провел пару операций, например, увеличил губы и вживил импланты в ноги. В СМИ появилась информация, что Кирилл Терешин удалил синтол с рук. Но, как оказалось, это фото с операцией на ногах. Сейчас парень выглядит просто ужасно, как внешне, так и физически. Из-за синтола у него постоянно высокая температура, а операция на ногах повлияла на походку. Кирилл уже решил, кем он хочет стать после полной трансформации своего тела. Вообще хочу изменить лицо на инопланетянина. Если пришельцы прилетят в поисках разумной жизни, то увидев Терешина, они явно разочаруются в человечестве. Но шоу продолжается. Из Бразилии прилетел Ромарио дос Сантос, известный своими инъекциями синтолом. Он является кумиром Кирилла, поэтому хоть как-то мог повлиять на парня. Что ты хочешь спросить, Ромарио? Я у него хотел спросить, какие дозировки были поставлены. Не, я хочу... Он тебе говорит, что опасно, что ему чуть руки не опутили. Я у него хотел спросить, что это такое, пусть он мне ответит. Вот это отёчек, что это такое? Но он же не врач. Это проблемы со здоровьем, дорогой мой. А ты как думаешь, Кириллу нужно продолжать трансформацию или обратиться в психбольницу? Ни для кого не секрет, что Кирилл уже зарабатывает миллионы. Но если его все забудут, то кто такого красавца возьмет на обычную работу? Хотя, доживет ли он хотя бы до 30 лет? В общем, продолжаем собирать лайки на его лечение. Если не соберем 30 тысяч пальцев вверх, то... Че, он тоже двоечку? Ну это ты покрасил глазки, губки, окей, это все можно потом стереть. Ты хайпанул, заработал, все, без вопросов это убрал. Да, дело не Но в заработке. Руки ты уже не уберешь, понимаешь? Ты доведешь их до того, что тебе их ампутируют. Не ампутируют мне руки, чтоб тебе, смотри, их не ампутировали. А сейчас окунемся в темную сторону Ютуба. Марьяна Ро и Фейс, пожалуй, самая обсуждаемая Ютуб-пара этого месяца. В январе они устроили турне по курортам Европы и Азии. Но чтобы подписчики не скучали, Марьяна частенько проводила стримы. Именно на этих трансляциях можно было увидеть неподкупную и живую Марьяну Ро. Но вот только, как оказалось, она не ангел. В 2017 году Марьяна Ро стала амбассадором Google по защите от кибербуллинга. Я решила стать амбассадором программы YouTube против кибербуллинга, потому что я знаю, как сложно бороться с хейтом. Блогер должна была стать примером того, как нужно вести себя, если тебя травят хейтеры. Проблема серьезная, но как ведет себя блогер? Называет людей быдлом, хотя сама не стесняется в выражениях.
Да, у меня просто нету времени постирать трусы, поэтому я хожу в грязных. Я не вижу в этом ничего плохого. Так что если у вас грязные трусы, то ходите в грязных трусах, почему нет? Не стирайте их, а зачем? Ну, вот смысл подтирать жопу, если ты все равно будешь срать. Не могу, реально чешется задница. Давай выбежим. Да нет, да как-то странно чешется. Короче. Да подождите, стой. Да, я потом нормально жопу почешу и вернусь. Полгода обвиняла Ивангая в наркомании. Ну, просто я вижу, во что человек превратился. И это очень странно, это меня пугает. Не дай бог, чтобы со мной такое произошло. Но со мной такое не произойдет, потому что я меру знаю. Видимо, это заразно, ведь Фейс вообще не скромничает в выражениях. На одном из стримов новый парень Марьяны обещал побить Ивангая. Порву тебе лицо. Кому? Своему бывшему парню. Да, реакция девушки очень странная. Из недавнего можно вспомнить их переписку в Твиттере. Опять унижает Рудского. Ивангай уже 4 месяца не снимает видео. Спокойно учится в Польше, никого не трогает. Но почему-то Рожкова никак не может оставить его в покое. Реакция Ивангая, а именно ее отсутствие, радует. Я в шоке на самом деле. Как так можно? Если бы он сделал ответку, то гайсы не оставили бы ее в покое. У блогеров часто совпадают рекламодатели, так что Марьяна Ро и Ивангай могут встретиться на какой-то выставке или фестивале. Надеюсь, хоть там Фейс и Марьяна будут сдержанней. Но если все же случится драка, за кого будешь болеть? Лично я против такого рода конфликтов. А тем временем, Марьяна шокировала своих подписчиков новостью о своей болезни. Чуть больше месяца назад я узнала то, что у меня есть проблемы со здоровьем, и сейчас меня только это на самом деле и волнует. В последнее время я очень часто плачу по этому поводу. Пока не ясно, что же случилось. Но я, в отличие от Марьяны, не буду глумиться по этому поводу. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Ведь неизвестно, что ждет тебя завтра и кто останется с тобой рядом, когда случится что-то плохое. Судя по комментариям под видео Марьяны, она стала терять преданных фанатов. Посмотрим, что будет дальше. Если тебе понравился ролик, то обязательно оцени его лайком. Подписывайся на наш канал, а также участвуй в конкурсе на канале спонсора. Кликай по аннотации, будь в тренде и пока.